пусть меч нас защитит, раз ключи святого Петра оказались бессильны. По своему характеру и убеждениям этот человек меньше всего соответствовал идеалу служителя христианской церкви, но великолепно вписывался в образ правителя-тирана эпохи Возрождения. Жестокий и щедрый, коварный и обходительный, папа римский Юлий II достигал своих целей, чего бы это ему ни стоило. Когда великий Микеланджело писал портрет Юлия II, он хотел изобразить его с книгой или крестом в руках. Однако воинственный первосвященник категорически заявил: «Нужен меч». Так появилось на свет полотно, изображающее папу римского, священника-воина, жестокого и беспощадного властителя с суровым властным лицом. Юлий II в миру Джулиано делла Ровера родился... собственную голову тиару, объявил собранию кардиналов конклаву, что имеет на нее полное право, потому что купил все голоса. Этот аргумент произвел столь сильное впечатление на кардиналов, что они провозгласили Джулиана новым папой римским под именем Юлия II. Правление Юлия II было ознаменовано непрерывной чередой военных походов. Его целью было создание в Италии могущественного папского государства, и ради достижения этой цели он не гнушался никакими способами. Тайные заговоры, временные союзы с государствами-противниками – таковы были его методы политики расширения папской области. Когда Венецианская республика заявила, что не отдаст папе римскому ни пяди своей земли и не заплатит ни одного медика... Он отлучил от церкви весь народ Венеции и обратился за военной помощью к европейским монархам. Лично возглавив войска, направленные на покорение республики, он обещал отпущение всех грехов тому, кто убьет венецианца или завладеет его имуществом. Юлий II всячески поддерживал Святую Инквизицию. В послании к авторам печально известного руководства по ведению допросов, которое называлось «Молот ведьм», Юлий писал, что инквизиторы должностей, которые сам же и учреждал в неимоверном количестве. Правление Юлия II было недолгим. В 1513 году он умер от дурной болезни
и был похоронен в гробнице, которую сам несколькими годами раньше заказал Микеланджело. Юлий II вошел в историю не только как один из самых воинственных римских первосвященников, но и как щедрый меценат эпохи Возрождения. Он покровительствовал многим итальянским художникам, в том числе Рафаэлю и Микеланджело, который по его заказу расписал Сикстинскую капеллу. Строительство знаменитого собора Святого Петра тоже было начато при Юлии II. Однако, по убеждению современников, меценатство свидетельствовало не столько о любви Папы Римского к искусству, сколько о его мудрости правителя. Юлий II всегда неукоснительно следовал установленному Никколо Макиавелли. Нужно уметь привлекать к себе людей и также безболезненно их устранять.